Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами сделаем идеальный тон с помощью нового средства от Elan. Для идеального тона нам нужен новый тональный крем от Elan в цвете 01, самый светлый. И изначально мы возьмем кисточку номер 7, тоже от Elan. Кисточка номер 7 позволяет очень быстро распределять тональный крем и важно наносить по росту волосков. Это хорошо для тех, у кого кожа склонна к сухости, то есть таким образом вы не поднимаете шелушение. И вы можете наносить каким угодно слоем, какой угодно плотностью. То есть, если нам где-то нужно плотнее, тогда мы прибиваем. Если мне нужно нанести более тонкий слой, тогда я растягиваю. Кисточка позволяет очень хорошо наносить возле крыльев носа, под глазом. И мы распределяем дальше. Тон также можно наносить в зону под глазами, так как он не пересушивает кожу. И если ваша зона не нуждается в особой коррекции, то его будет достаточно. Второй способ нанесения – это новая кисть Duofibre. Я не люблю круглые Duofibre, потому что они поднимают шелушение. А кисть номер 11 Elan, она сглаживает. В чем смысл Duofibre? Здесь натуральный и синтетический ворс. Натуральный ворс наносит, а синтетический впитывает в себя излишки. Эта кисть отлично подойдет, если нужно нанести тон очень прозрачно, аккуратно. И для тех, кто не любит излишки тона на лице. Теперь берем третий способ, спонжик. Берем самый темный цвет, 03. И я очень люблю спонжиком делать коррекцию. Наносим подскуловую впадину и оттушевываем мягенько наверх. У меня должна остаться тень и полутень. Совсем скоро такие спонжики появятся уже в Elan. Это наш тестовый образец. И спонжик подходит для тех, кто хочет очень-очень такое плотное, активное покрытие. Тона Elan созданы, чтобы вы их смешивали друг с другом и получали большое количество оттенков. Также в тюбике аж целых 50 мл. То есть это профобъем и создан специально для визажистов. Затемняем чуть-чуть нос, чтобы появилось больше рельефа. Спонжиком мы можем растушевать, если у нас тональный крем попал где-то на брови. Итак, я вам сегодня показала, как наносить новый тональный крем Elan. Вы можете закреплять под пудрой, можете не закреплять, потому что тон имеет сухой финиш и он абсолютно не липкий. Так что лайкайте видео, если вам понравилось, пишите обязательно комментарий и пока!